да, для тех, кто, может быть, не был на первом отделении, это Волков Трио. Святослав Курашов, гитара. Денис Сладкевич, барабаны, перкуссия. Вот, и опять же, для тех, кого не был, поздравляю с новым китайским Новым годом. Кстати, может быть, кто-нибудь знает, какой это год все-таки, сколько лет прошло? Ну, новый, китайский Новый год. Как никто? Нет. 5000 какой-нибудь, нет? Ну да, китайский, что? Они... Может быть, прибегнуть к чудо Гуглу или Яндексу? Не буду рекламировать. Не... Ну, в общем, если к концу концерта кто-нибудь узнает, будет приятно, что узнать, сколько лет мы уже существуем. Жалко, мы не подготовились, ни одной китайской новогодней мелодии не знаем. Нет. Они в плохих отношениях, японцы, китайцы.
Сейчас сыграем. Ну, хочешь поговорить? Лучше да. Ну я от Славы тогда скажу. Мы сыграем действительно песню теперь. Так и называется песня. Мы хотим посвятить ее потрясающему гитаристу, который покинул нас где-то неделю назад. Это Джефф Бек. И вот Святослав очень к нему трепетно относится, правильно я говорю? Скажи, да. Ну, наверное, это гитарист, который меня, но это единственный человек, которого я не мог сказать. То есть я не понимал, как это сделать, если бы я его 20 лет.
если можно немножко отключить вентиляцию, пока, потому что я имею в виду, вот, чтобы не так она гудела. Ненадолго, по крайней мере. Оля, можешь, да, отключить? Спасибо.
Мы сыграем сейчас, если кто-то считал, в первом отделении мы сыграли две африканские, сейчас сыграем третья. Но это тоже странная, третья африканская, потому что в ней африканского только название, скорее всего. Ну, ну, да, это инструмент. Мы громче. Мы. Это детский немецкий барабанщик, это тромбель. Да, да, он приобретен в игрушечном магазине, 100 раз это рассказывал, в игрушечном магазине в городе Мюльхайм. Надеюсь, что барабанщик нельзя причислить к, извините, к, ну, типа, мягкой форме. Да. Так что вот такая африканская будет у нас с немецким барабанщиком и с петербургскими. Да. Thank you.
Денис Сладкевич и его Тромоль. Наконец-то сыграем нашу. Мы все время не можем до нее дойти, потому что она совсем древняя, наша песня. Называется она «Альперенко». И, кстати, она посвящена Михаилу Альперину. И, ну, я почему-то постеснялся ему об этом сказать, и зря, кстати. И она была названа на диске по-другому, как-то «Хоровод», по-моему, да? Что-то такое. Ну вот, тем не менее, она посвящена потрясающему пианисту Михаилу Альперину. И мы ее попробуем вспомнить вот сегодня. Thank you.
если, может быть, кто-то, может быть, не знает, Михаил Аперин, он... Михаил Аперин долгое время прожил в Молдавии и очень был как-то в этой музыке молдавской, балканской, можно даже сказать, очень сильно ее любил и был ей привержен. И вот поэтому немножко мы как раз вспомнили о его любви, и она, по-моему, нам передалась каким-то образом. Thank you.
вечер воспоминаний. Сегодня играем то, что забыли. Ну и последние воспоминания. Последние воспоминания у нас традиционно фишфабрик. Мы играем довольно... Тоже интересная история названия. Она посвящена гитаристу. Я думаю, что этот гитарист очень нравится Святославу. Но потом выяснилось, что не очень. Но почему-то мы посвятили эту композицию Альдо Миоли, да, известному гитаристу в широких кругах, кстати. Ну, в общем, уже теперь трудно вспомнить, почему так произошло. Но, тем не менее, завуалированное название «Миольное» указывает на то, что каким-то образом мы этого гитариста все-таки помним, чтим, опять чтим и помним. Да. И... Ну вот. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Это Волков Трио играл для вас сегодня. Святослав Курашов. Денис Сладкевич. Владимир Александрович Волков. Спасибо. Спасибо, что вы к нам приходите. Именно в этот клуб, в котором мы, можно сказать, играем всю жизнь. И очень рады всегда здесь играть. И спасибо двум Олям. Оле, которая у нас за пультом, Кадаковская, и Оле Васильева, которая занимается этим клубом. И благодаря этому мы можем здесь все встречаться, что-то там делать, не знаю, в баре, например, и слушать музыку. Спасибо большое. С Новым годом!